Десятилетиями пчел ввозили в Великобританию из более теплых стран для поддержания популяции и весеннего опыления деревьев фруктовых хозяйств. Но Брексит остановил этот процесс. Пчеловод из Кента Патрик Барфут голосовал за выход из ЕС, но теперь сожалеет об этом. Я занимаюсь бизнесом уже 40 лет и никогда не думал, что меня втянут в процесс, который будет пагубным не только для меня, но и для страны. Это фарс. Нынешняя холодная зима означает, что многие пчелы Патрика ее не перенесут. Мы внесли задаток за улей еще в марте прошлого года. Мы не можем просто взять и сказать: «Все, сделка отменяется». Я несу ответственность за 15 миллионов пчел, которые выращиваются для нас на юге Италии. Этот счет висит на мне. У Патрика родился план – импортировать своих итальянских пчел через открытую ирландскую границу, а потом переправлять их в Северную Ирландию. Но... Они сказали, что вскоре будут либо возвращать их, либо уничтожать, а меня накажут за то, что я их привез. Какова была ваша реакция? Я попросил показать мне закон, на который они опираются, но так и не получил, потому что нет закона, который бы нас остановил. Эта проблема касается не только пчеловодов. Всего через несколько месяцев эти грушевые деревья начнут цвести. Фермеры, выращивающие фрукты здесь, в графстве Кент, рассчитывают на пчел, как у Патрика, для опыления. Без них их продуктивность меньше на 20%. Как только количество пчел уменьшится, это станет менее выгодно для фермеров, и нам придется заменять этот урожай европейским. Это катастрофа. Через 10 лет мы оглянемся назад и спросим, как можно было поставить целую отрасль в такое затруднительное положение. Это определенно похоронный марш для пчеловодства. Мы не сможем возместить убытки, которые понесем из-за своих ульев. Это невозможно. Правительство заявляет, что знает об этой проблеме и работает с автономными администрациями, чтобы найти решение. Пока же план Патрика завозить пчел из Ирландии еще работает.